Меня зовут Рябов Дмитрий. Школа 1357, подразделение 7. Второй П-класс. Михаил Саковский. Враги сожгли родную хату. Посвящено Великой Отечественной войне. Враги сожгли родную хату. Загубили всю его семью. Куда ж теперь идти солдату? Кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе, на перекресток двух дорог. Нашел солдат в широком поле, травой заросший бугорок. Стоит солдат, и словно комья застряли в горле у него. Сказал солдат: встречай, Просковья, героя, мужа своего. Готовь для гостей угощенья, накрой в избе широкий стол. Свой день, свой праздник возвращенья, к тебе я праздновать пришел. Никто солдату не ответил, никто его не повстречал. Лишь только теплый летний ветер траву могильную качал. Вздохнул солдат, ремень поправил, раскрыл мешок походный свой, бутылку горькую поставил на серый камень гробовой. Не осуждай меня, Просковья, что я пришел к тебе такой. Хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой. Сойдутся вновь друзья, подружки, но не сойтись вовеки нам. И пил солдат из медной кружки вино с печалью пополам. Он пил, солдат, слуга народа, и с болью сердца говорил: я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил. Хмелел солдат, слеза катилась, слеза не сбывшихся надежд. И на груди его светилась медаль за город Будапешт.